Ну что, погнали распечатывать, смотреть. Начнем сейчас с маленьких, наверное. Посмотрим, что у нас здесь. А наконец ставим самые жирные, самые интересные. Вот это очень жирное, там что-то такое огромное лежит. Так, это у нас копия на чабика. На вид очень прикольная копия. Это у нас, да. Блин, на ощупь прикольный. Крючки крохотные, острые. Покрашен прикольно. Форма хорошая. Такой малыш. Поверхностник или подповерхностник, скорее всего, будет. Я думаю, по головлю, по окуню, может даже по мелкой щуке, должен работать. Такой небольшой крэнк. Летом щука, окуни крэнков любят. Особенно, когда щука активная, жрет она их за милую душу. Он такой маленький. Я думаю, по мелякам вдоль травки должен работать. Так. Давайте распечатаем, наверное, сначала вот эту. А там воблерочки еще мы оставим на потом. На самый конец. А то очень много зрителей не досматривают до конца, не ставят лайки, не подписываются на канал. Это все сказывается на продвижении нашего канала. Подписчики набираются очень-очень медленно. Цуриноя, ребята. Цуриноя. Цуриноя довольно известна уже у нас фирма. Здесь даже два воблерка от Цуриноя. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Какие красавцы малыши. Не знаю, у меня очень прут маленькие воблера. Очень люблю. 3,8, 2,8 грамма. Это у нас небольшая миношка и небольшой виб от Цуриноя. Так, начнем с виба. Вибы мне нравятся. Ого, вот это упаковано. Так, смотрим. Крючки. Острые. Небольшие острые. Брендирована уже. Все-таки фирма Цуриноя. Все как положено. Очень прикольное исполнение. Такой он прозрачный. Затемненный сверху. Красная голова. Глаз красивый. Очень красивое исполнение. Но все-таки Цуриноя — это бренд. Бренд уже известный. Бренд рабочий. Я думаю, по окуню такая штука должна работать. Випчик. Уже хочется его покидать, разловить. Так, отправляем в коробку. Посмотрим миношку. Что у нас по миношкам? Но, насколько я понял с описанием по сайту, это направление форелевое у них. Все точно так же брендировано Цуриноя. Почему не вес не наносит? Он глухой. Здесь тоже шариков никаких нет. Шарики есть, но они чисто для подгрузки. Они не гремят практически. Еле-еле их слышно. Сделано прикольно. Здесь небольшая голограммка нанесена. Будто такой вот маленький-маленький подросток малька, сигалеточки, у которой еще светится прямо на солнце, видно только хребет и вот часть головы, которая еще не просвечивается. Очень прикольно, таких расцветок, ну, я не встречал у нас в магазинах, у воблеров, другие бренды так не делают. Ну, я думаю, это применимо в основном только к маленьким воблерам. На большом воблере непонятно, будет ли это работать.
Ну, для маленького воблера цвет очень прикольный. Глаза мне их нравятся. Глаза, правда, такие, я уже видел это у Лаки Джона. У них Басара, по-моему, есть серия. Вот, и такие глазки они используют. Крючочки точно такие же, маленькие, острые, цепучие. Хорошо, ну, проклеивать ничего не надо. Хорошо, все залито. Очень крутые воблера, крутое исполнение. В этот раз у нас выпуск по микровоблерам идет. Ну, вот уже три таких микровоблера, воблерка красавчика. Здесь даже на фотках вот суриное, что ловили люди, присылали фотки окуней, щук, там морская какая-то рыба. Есть QR-коды на группу в Фейсбуке, на официальный сайт Суриноя. У Джерри тоже был вкладыш с QR-кодом, но там вела только на официальный магазин на AliExpress. Здесь же на сайт и на группу. Вот, все-таки фирма-фирма, но это уже, как по мне, чуть-чуть выше уровень. Ну и качество. Так, это у нас 3.8, да, это от него коробочка. Сейчас мы отправим малышей по коробкам. И будем распечатывать. Дальше переходить на крупный калибр. Здесь у нас что-то очень крупное. Честно, уже абсолютно не помню, что там может быть. Может мне... О, очень интересно, что у нас там. Ну, это однозначно воблера. Но кто там живет? Как-то косо отрезал, блин. Тороплюсь, хочу поскорее узнать, что же там внутри. Ху. Вау. Ангерслюр. Копия на Хамсина. Все узнали, да? Цвет прикольный. Упаковка прикольная. QR-код на группу в Фейсбуке. Минус. Если меня смотрят представители данной фирмы, маркируйте длину, размер, вес. А в идеале еще и заглубление. На минуточку, брендированный. Цвет очень круто смотрится. По сравнению с Хамсином с прошлой серии, этот прям пушечный. Цвет очень крутой. Переливается такой окуневый. Петельки залиты хорошо, крючки, кстати, по-моему, лучше, чем у Цуриной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, колючие. Лопатка вроде бы ровненькая, может, с небольшим завалом, но ровненькая. На спинке ничего нет. Небольшой скол краски уже. Но цвет очень обалденный. Мне вот это вот понравилось. Очень приманочка. Эта распаковка меня вообще радует. Столько крутых приманок. Прям, блин, пушка. А теперь самое интересное. Самая громкая. Самая большая. Здесь один воблер. Или сейчас даже посмотрим. Ну, что-то прям очень там большое, громкое, гремучее. Да, это один воблер. Вы готовы? Та-дам!
Это здоровенная вот такая вот штука. Ну, блин, почта. Ну, ё, что же вы ж делаете, а? Это ж как надо было кидать, чтобы поломать коробку. Ай-яй-яй-яй-яй. Это реплика на мегабас. Не, ну сломать коробку это, конечно, умудриться надо. Здесь что? Здесь даже промаркирован вес и глубина сзади. Точнее, вес и размер. Но почему здесь указано 3 грамма? 3 грамма 95-й он. Ну ладно. 95-й поверю. 3 грамма не поверю. Здесь он промаркирован. 13 грамм. Скорее всего, тут единичку съел QR-код. 13 грамм 95-й до 0,8 метра. И маркировка с годом выпуска. Почитал я по этой фирме. Фирма вроде бы неплохая. Не дешевая, кстати, реплика. Такой составник. Не маркированный, брендированный. Full Time Killer. Плавничок верхний, крепенький. Составник держится на одной петле. Хвост, вот этот вот плавничок выполнен из металла. На минуточку. Держится он также на металлических таких вставках. Пробиты они насквозь, вот с этой стороны. Ну, исполнение интересное. Честно, мегабасовских воблеров у меня никогда не было. У меня нет денег на такие игрушки. Но эта игрушка мне понравилась. Очень крутая. Я давно ждал. Я думаю, вот сейчас летом она должна работать. Думаю, на следующей рыбалке даже выберусь на этот же местный водоем наш, чтобы протестировать чисто эту приманку. Ну и, конечно же, все остальные приманки. Хотя бы посмотреть, как они играют в воде, как они летят. И, в принципе, попробовать их даже разловить. Здесь еще осталась щука. Здесь остался окунь. Есть крупный окунь, но у меня не получалось его поймать. Один раз поймал двух окуней, таких грамм по 300. Но это было ранней весной. Прикольный воблер. От этого воблера я в восторге. Да и в принципе эта распаковка меня очень порадовала. Все воблера крутые. Ни один не огорчил. Даже места уже в коробке. Я не знаю, куда их раскладывать. Места в коробке уже под них нет. Но ничего. Будем распихивать. Сейчас что-то придумаем. И уже по нашей традиции в конце отправляем воблера в боевую коробку. Здесь у нас живут кренки, небольшие воблеры. Кстати, кренк от Касадаки. Роджер, по-моему, да. Это Роджер. Они похожи немного. И страйк прошный. Это тоже копия на чабика, кстати. Но смотрите, как они отличаются. Здесь шире голова идет. Пузико шире. Он, вот этот более на чаби похож. Форма спины у них разная. Я думаю, на одной из рыбалки надо попробовать их разловить. И снять поэтому видео. И отправляем этих малышей тоже сюда. Здесь есть у нас место. И куда ж тебя, здоровяка, засунуть? Ты так не закроешься. Ладно, отправим в другую сторону
Здесь у нас живет основная боевая коробка. Вот этих можно достать и отправить вот сюда, к тени мегалону. Точнее, не к тени, а к копии. Какой же у него форма неудобная, блин. Не так не влазит. Причем это одна из самых таких больших коробок. Все, все воблера в коробке и готовы к рыбалке. Осталось время за малым выбраться и все это покидать. А воблеров здесь просто гора неимоверная. Все надо перекидать, все попробовать разловить. Жесть. Но увидимся.